Привет! Сегодня мы решили поехать далеко-далеко, аж прям в Дибати, там, где на прошлой неделе случилось вот это вот, то, что я вам рассказывала. Пакистанцы напали на одного грека. У нас там родственники, поэтому мы решили поехать проведать. Мы там давно уже не были. Сейчас мы выезжаем с Перомы. Сейчас 3 часа. Посмотрим, через сколько мы там будем. По-моему, через часик где-то. Мы заправились и продолжаем наше путешествие. Деревня называется вот эта вот маленькая деревушка Пигуняна. Церквушка тут. Вот и вся деревня. Это тоже маленькая деревушка Киньяна. Тут, по-моему, всего лишь одна улица. Несколько домов тоже маленькие. И все. Вот деревня Аршея Элефтерна. Вот здесь вот находится музей в этой деревушке. Можете, если будете в наших краях, можете заехать в наш музей. И вот тут вот находится сразу осень, смотрите. Листья опавшие, красота. Наша машина слышна. А вот здесь вот классный вообще вид, классный. Я сейчас попросила Мануэль остановиться, потому что здесь такая красота открывается. Горы, и прям вон вдалеке видно море, наши деревушки. Красота просто. А вот там вот, кстати, уже наш музей находится. Где он? Вот он, вот там находится музей. Ляпота! Вот здесь вот находится музей. Сейчас мы заезжаем в деревню Элефтерна. Я вас сегодня, короче, покатаю по несколько деревушкам. Тоже красивый вид. И здесь вот есть такая вот таверна. В общем, вот мы остановились. Это наших знакомых. Вот. И тут вот такой вот вид открывается. Очень хорошие хозяева. Вот. И вот с этой вот стороны тоже вот такой вот вид открывается.
Вы зайдете вовнутрь, здесь есть такой мини-музейчик. Смотрите, старенький телефончик. Тут вот эти вот палки берут пастухи. А вот смотрите, еще здесь есть вот такой вот старенький утюг. Вот это. А это я не знаю, что это такое. Наверное, старинный молоток. Вот он. Здесь есть еще вот такой вот утюжок. Да, Тора. А здесь я даже не знаю, что это такое. Наверное, какие-то цепи. Эта таверна находится по дороге в Аркадии. Здесь работает одна женщина, которая разговаривает по-русски, так что можете останавливаться, посмотреть вот этот вот музейчик, покушать. Здесь вкусно готовят. Вот, смотрите, здесь есть вот такие вот штучки. А вот еще такой. Вот. Ружье. Какой греческий дом без ружья? А вот это вот, по-моему, одевается на осла, если я не ошибаюсь. А вот это вот колокольчик, который одевается на баранов. И здесь мы, значит, выходим на веранду. И смотрите, какой вид обалденный открывается. Вот так вот мы на высоте находимся. Видно море, горы. Вид обалденный. Если будете в этих краях, обязательно заезжайте. Вот здесь стольники сразу стоят. Можете вот здесь вот прям сесть. И вот у вас будет такой вот вид. Советую эту таверну. По дороге. Она находится по дороге в Аркаде. Вот. Вот эта вот дорога идет на Аркаде. Вот. Смотрите, кто у нас по дороге с нам встретился. Козочки дикие. Дикие козочки. Вот еще. О, какая красавица идет. Моделька. Мазевинеро. Здесь вот там вот. Сейчас мы будем, наверное, проезжать. Будет видно, как с гор стекает вода. И вот здесь вот она собирается. Сейчас я покажу. Вот здесь. И вот уже виднеется. Что это авто? Аркадий. Маноль сейчас рассказывает историю детям. Здесь много машин. Здрасте! Вы нам не подскажете, как проехать в Амари, в Дубайке? А, хорошо, спасибо. Здравствуйте!
Здрасте. А вы почему к нам повернулись не тем местом? Здрасте. Как проехать в Дебайте? Вы не подскажете? А, туда? Ага, спасибо. Всего хорошего. Поднимаемся немножко в горы, потому что хотим заехать еще к дедушке Манольсову. Посмотрите. Капец, как дует ветер. Очень сильный. Я думаю, что всю красоту камера не передаст. Как это все выглядит. Смотрите, бебешки. Маленькие мои. Вот еще. Малички какие. Все это греческая армия. Вот это вот все, что вы видите. Домики вот эти вот. Здесь наши, как они называются, в общем, служащие в армии. Можно снимать, нельзя, но я снимаю. Вот вход. И вот они виднеются, теплицы. Отсюда в основном идет вся поставка овощей, фруктов. И вот оно моречко. И наконец-то мы приехали в Дебайте. Здесь одни магазины идут. Поедем к нашим родственникам. Сейчас находимся в таверне, которую держат двоюродные братья и сестры Манолиса. Значит, здесь у них таверна. А здесь у них все тут овощной такой. Оленя. Идем дальше. Тут все такое в чисто критском стиле. Даже вот такие вот соль, перец для масла, для салфеток вот в таком стиле. Выходим на улицу. Можете посидеть на улице. Кто будет в Дебайте, заезжайте сюда к нам. Вкусно готовят. Мы сейчас только покушали.
Всем привет, я только проснулась. Мы вчера во втором часу только приехали. У меня телефон, как всегда, разряжен был под конец, на самом хорошем. Это закон подлости, наверное. В общем, мы попали, оказывается, там еще был день рождения. Кто хочет посмотреть, как мы его отпраздновали, фейерверк и посиделка, ну, в основном фейерверк, как мы запускали, можете зайти ко мне на страницу на Фейсбуке и посмотреть. Ветер там был сумасшедший, мы приехали вчера в Пермь, а тут тишина вообще. Посидели хорошо, погуляли, проведали всех, разузнали, что там случилось и как там случилось. Вот. И приехали во втором часу ночи домой. Так что вот. Кому понравилось мое видео, можете поставить пальчик вверх, не забываем. И ждем следующее мое видео. А я пошла кофе пить, открывать свои глазоньки. Всем пока!